продолжаем следить за ростом P77 на улице. И вот наблюдаем здесь вот такую картину. Несколько дней назад снимал я видео. Дождь такой был, холодно, ну и сейчас холодно. Ну, не знаю, сейчас может плюс 5-6 градусов. Это штамм P77, который на продолжении длительного времени отказывался давать урожай в помещении, но вот таким он становится на улице. Ну, он дал примордии были в помещении. Только почему-то они как-то в неправильные грибы, вот абортыши вот такие делались. А на улице он стал вот таким. Возможно, это связано с тем, что не нравилась ему температура, или влажность, или все ему вообще не нравилось. Но на улице он получается вот такой. Чудо природы. Ну, с этим штаммом я уже вожусь на протяжении длительного времени. И вот у меня с ним такая сложилась история. До тех пор, пока я его не вижу, то мне кажется, что я бы его изъял и больше не возился. Но когда я просто наблюдаю вот эту красоту, то вы понимаете мои чувства. Ну это ж просто прелесть какая. Какое чудо природы. Ну и 21 октября приблизительно вот такое на улице. Кажется, дождь начинается. Ну, он целый день уже начинается, а никак не начался. О, там Масяня. Масяня, кит-кит. 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 Не, Масяня. Медитация. Ну, в принципе и без принципа. Тут время уже вот эти крикуны. Вот кто мешает снимать видео. Или помогает. Вот. В принципе, их надо уже, наверное, снять сегодня. Ну, а если не снять, то завтра им тоже ничего не случится. Но если начнется дождь, то подмокнут и испортятся. То, скорее всего, нужно будет их снять. Ну, довольно-таки прилично. И вот это их внешний такой вот вид и вот толщина самих шапок. Вот это все результат дневного освещения и уличного проветривания. Вот такие грибы растут в природных условиях, но и такими они никогда не будут в искусственных условиях. То есть воссоздать вот это все является экономически нецелесообразным. А в природе они вот такие.